Для приготовления вкусного и сытного омлета нам потребуются следующие ингредиенты: ароматные овощи и мясо. И вкусно, и сытно. То, что нужно для продуктивного дня. Сытный и вкусный завтрак. Легко. Берем любое мясо, птицу, колбасу, много свежих овощей и несколько яиц. И за 30 минут у вас получится обалденный завтрак или ужин. Пробуйте. Мясо нарежьте маленькими кусочками. Обжарьте до готовности. Добавьте нарезанный лук, помидоры и кабачки. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне минут 15. Отдельно смешайте яйца и сливки. Добавьте соль и специи. Перемешайте. Залейте яичной массой овощи с мясом. Посыпьте укропом и готовьте под крышкой на маленьком огне минут 5-8. Приятного аппетита!